Дорогие друзья, мы начинаем цикл философско-музыкальных передач под названием «Автопати». Передачи будут проходить в рамках красного телевидения. Приглашать мы будем очень интересных, а может и не очень интересных, очень творческих, а может и не очень творческих личностей, театралов, музыкальных деятелей, каких-то артистов и так далее. Зовут меня Олег Сергеев. Однажды перед мной встал такой вопрос. Вот что первичнее? Песня или все-таки человек? Знаете, ответ вроде бы как бы очевиден. Вроде как человек, который написал песню. Но как-то меня озарило, и мне показалось, что все-таки иногда такие возникают песни, да и не только песни, литературные произведения, там абсолютно художественные какие-то мы берем, которые, ну, они как будто были. Они как будто были всегда. А человек — это просто некий инструмент, с помощью которого вот это самое произведение появилось вот на этот свет. И вот именно в рамках передачи «Автопати» мы будем исследовать вот этот феномен взаимодействия самого продукта и творца этого продукта. И вот эти темы мы будем разрабатывать, разбирать, изучать в нашем цикле философско-музыкальных передач «Автопати». Заодно давая шанс многим недопризнанным, недоизвестным, да просто людям, которые, может быть, пишут где-то себе в стол, сидят вот дома, их прикалывает. Меня эта ситуация, допустим, не устраивает. Я хочу, чтобы настоящий талант был на сцене, на той самой сцене, где сейчас абсолютно не настоящий талант. Для того, чтобы принять участие в нашей программе, оставляйте свои заявки в группе ВКонтакте, адрес которой вы видите на экране.